Сейчас, ребятки, вылезем, да. Я только, блядь, проснулся. Вчера в 2 часа лег спать, ну, ночью. Так, пятница, день тяжелый. Да разберемся, ёптвёрт, тяжелый, блядь, не тяжелый. Так, ну разгоняемся, давайте. Сейчас выползать будем, да. Я своих уложил сейчас. Струячим, да, пацаны, сейчас я умоюсь, причешусь, блин, я вообще не в кондиции, короче, блин, не надо это, пивка попить там, туда-сюда. Да. Что? Да. Давай ты меня хоть причеши. На дачу с тобой поедем, по лесам погуляешь, по полям, да, побегаешь, да, зайцев погоняешь там, да. Подрастешь немножко и поедем. Гулять будем, да. Шли за водку, да, пацаны, да я водку не пью. Да. Здорово, канавта, здорово. Так, дайте похмелиться, пацаны, у меня пивка там вроде еще осталось сейчас. Шелбиди побегает там пока. Сейчас причешется, можно? Сейчас, что у меня есть? Ну, пивко у меня есть, да. Пойдет для начала. С утра сегодня еще суши заказал, но вот что-то мне не зашло, мне эти суши. Сейчас. Суши мне... Не зашли, бля, хуй, бля. Вот. Вот это даже гуля, бля. Сейчас папа похмелится. Немножко. Да, мой хороший. Да, моя радость. Вообще от меня не отходит. Вот чувствует он хозяин, понимаете? Чувствует. Да. Немножко, ребят, башка, блин, немножко в порядок придет, блин. Угу. Сейчас пойдем. Лес с утра сегодня суши заказал, блин. Ну, такое говно привезли, блядь. Хотел футбенди, блядь, на хуй, блядь. С перекрестка, блядь, перевезли, блядь. Говно какое-то. Так, бля. Блин, я люблю макароны, гречку, картошку, сало, блин. Пожрать что-то вкусное, блин. Ну так. Да. Сегодня пошел с утра за пивом. Взял пивка. Это самое. Блин, народ, ну то ли пятница, то ли что, народ просто коробками все скупает. Коробками, винище, шампанское. Я не знаю, куда они это все тащат. Где пиво? Вот пиво. Все на месте. Угу. Немножко заживаю, ребятки, да, заживаю. У меня тут падения были, блин, разные. Вот, пока так. Позови Симу. Да, он тут где-то лазит тоже. Да здесь нормальные. Нормально все. Ну так, немножко долбанул ему сегодня Сима. По башке, блин, лапой. Да. Коты ревнуют. Да, есть немножко. Вроде так ничего поначалу, потом как дал ему лапу, блин. Ну, посмотрим. А что там дальше будет? Смотрим. Пока дома он на пеленку ходит. Пока. Да. Ну, а что, детям тоже интересно. Мормышки, да, нахуй, мормышки, блядь, хуйшки, блядь. Нет ни в каком лайтовом режиме. Все пиво вылил в унитаз сейчас же. Иначе не пацан из холодильника вылил не ныть.
Спасибо тебе большое. Добрый ты человек. Заботливый, заботливый. Я мальчик взрослый уже. К сожалению или к счастью, не знаю. Надо было сразу брать собаку. Ой, ребят, у меня собака, кот, птица, рыба. Что у меня там еще? Ну, короче. Сегодня пьем, ну, пивка пока. Так, чуть-чуть, блядь, сейчас бошку отключит, блядь, немножко. Ты забыл, что в твоем зоопарке еще есть андатра. Серый, ты был знаком с Сергеем Мавроди? Что можешь сказать о нем как аферист со стажем? Рассчитай ему код 11 августа 1955 года. Ну, кстати, добрый человек. Я не помню, где-то разок пересекались, бля, я не помню, где. На мероприятии, что ли, каком, бля. Ну, он добрый человек, да, это точно. Очень добрый человек. И очень умный. И двойки у него есть, энергии до хрена у него было. Да? Вот. Что я могу сказать? Умный, ну понятно, дураку понятно, что умный. Девятки есть. Кстати, очень стабильный человек. Вот я не знаю, но в принципе с ним можно было в долгу работать. Можно было. Угу. Можно было, можно было, можно было. Пойдем, пацаны, я хоть сигареты куплю, что схожу. Ну, ё-моё. Пока. Посиди, ща папа пивка допьёт. Холсты мне привезли. 10 штук. 10 холстов. На той неделе ваять будем, да. Сейчас пойдем сходим за сигаретами. Я хочу сходить тоже вниз, спуститься. Пивка надо взять еще. Хотел на студию поехать, потом думаю, сейчас опять там ко мне все приедут. Не хочу никого видеть, пацаны. Вот без обид, блядь. Вот просто хочу попиздеть с вами, блядь. Все. Я знаю, я сейчас, если я там снырну, блядь, это все сейчас опять разрыв моих мозгов будет, блядь. Ну вот, кстати, они, вот смотрите, ребятки, вот они вот так вот, вот и Сима, и это самое, ну вот они так живут, ну что, нормально, что, ну вроде этот рычит потихонечку, блин, ну. Сейчас тебе дадут все, сейчас тебе все дадут. Сейчас пивка выпил немножко, похмелился. Шелби, иди сюда, тебя показать хотят, в смысле, сейчас. Такой, да, такой. Ну, главное, чтобы Сима у него там не сажал ничего. Классный пес, да, пацаны, да, действительно, мне повезло. Вот. Это самое. Сейчас, тють, ну ты не ной, блин, что, блин, что, проблем нет никаких. Это самое. Да подстыл тоже, блин, на хуй шарахаешься, блядь, тут туда-сюда, блин. Лицо, ребят, ну помятый, ну чего. Помятый, как вот и пьяный, или что, понятно? Ружье. Ружье мне еще надо. Ружье. У меня, кстати, охотничий билет есть. Ну, наверное, просроченный, да? И уж как-то обновлять надо. У меня охотничий билет есть, между прочим. Да, там надо, да, там его надо как-то обновлять, там. Собаки меня не трогают, нет. Я, кстати, собак не боюсь, еще до жопы нет. Собак не боюсь, но есть лютые, конечно, есть. Согласен. Сейчас нос закапать надо, пластырь прилепить, и в принципе можно выходить. Вперед из песни, что? Вперед из песни, что? Так, телефон взяли. А, панамку. Панамку, да. Сейчас оденем панамку. Обязательно. Ну ладно, с Богом, что? Давай, мужчина.
Давай.